Привет, ребята, вы на канале Домашние питомцы, с вами я, Света, это мой мальчик Лейс, мой любимый, родненький. Все с ним хорошо, все с ним замечательно, у нас с ним небольшой выгул на подоконнике, решила вам его показать, вдруг кто скучал по нашему лисеночку. Я иногда здесь ставлю такие вот туалетные бумаги, я этими бумагой убираюсь у улиток, это такая специальная бумага для улиток, вот, а Лейс иногда с ней играется. Как-то не получилось мне заснять, но он иногда, короче, эту бумагу требушит, разрывает и несет в гнездо, там, например, собирает, вот, то есть он иногда играет с бумагой. Туалетный. Вообще выгул он не так сильно любит, почему-то в последнее время предпочитает больше свою клеточку, но все равно стараюсь его периодически выманивать из своего домика, потому что я знаю, что он не спит, например, если я слышу, что он там начинает что-то шебуршать, что-то делать, значит, он проснулся, надо его выманить из домика, выманиваю его едой, беру и гулять сразу на выгул. Он начинает метить углы, ну, знаете, как хомяки метят? Они метят, теряясь боками об углы. Вот, он все пометит, все уголочки пометит, потрется везде своими боками и спокойно идет в клетку. Ну, сейчас он это сделал, блин, надо было пораньше, конечно, начать снимать. Ну, что-то как-то я не всегда вспоминаю, что мне нужно это снять, вот. Еще смотрите, ой, видите, хомячок спокойно ест при мне. То есть, вы видите, он прям спокойно берет еду из своей мисочки и спокойно ест при мне. Знаете, что это, о чем это говорит? Это говорит о том, что Лейс мне доверяет. Поэтому, ребята, если у вас хомячки делают точно так же, то есть если они едят при вас, то это говорит о том, что ваш хомяк вам доверяет. То есть Лейс по ним знает, что я не отберу еду, вот, и поэтому он спокойно кушает. Это так мило и так здорово, то, что лисенок мне доверяет. Да, такое вот у нас, такой вот у нас получился выгул. Выгул был, как вы видите, недолгим. Эти потягушки. И Лейс пошел в свое колесо. Ребята, он сам выбрал колесо, потому что, как я уже сказала, я с ним гуляла, и он в открытую клеточку сам зашел, и выходить из своей клеточки не хочет. Клеточка ему очень нравится, он ее любит, он чувствует себя в ней в безопасности, она просторная, и он обожает также свое колесо. Вот, поэтому он как бы сам выбрал, что он хочет посидеть в колесе. Да, Лейс, ты чем там плюешься? Что-то с колеса там выплюнул. Что-то ему там мешало. Сейчас он будет в колесе умываться, а потом он будет бегать в колесике. Еще он периодически метит колесо. Он трется боками об вон ту стенку колеса, так скажем. Такой вот у нас хороший мальчик. Ну, кто скучал по Лейсу, вот он Лейс. Все с ним хорошо, все с ним замечательно. Отлично встретили, отпраздновали Новый год. Так что, как-то вот так вот там. Ну, я надеюсь, что это видео вам понравилось. Просто хотела вам показать своего хомячка. В общем, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, любите животных. И всем пока. Также можете задавать свои вопросы в комментариях, и я всегда на них отвечаю. Всем пока.